кто-то потерялся у нас крайних первых номеров на самых первых же метрах дистанции. И это Маршак ВП. Маршак ВП фактически полностью выпадает у нас из этого скачет заезда. Аюз, скачет унификация. Ай-яй-яй-яй. Маршак вообще не принял. Ай-яй-яй, теряем сразу на первых метрах, теряем, казалось бы, основных фаворитов. Старается Пранк. Хорошо разгоняется Блумфилд. И, по-моему, со своего крайнего полевого номера... Нет, перехватить ему не получилось Пранка. Ведет он вторыми колесами. Немножко, скажем так, вот не получилось явно по задуманному. 28,1 первый четверть. 28,1 трехлетки. Ах, хороши, ах, красавцы. Впереди в борьбе Пранк и Блумфилд. Следующая пара Ширер. И, по-моему, желтый камзол Раиля Кадрашитова. Это премьер ВП. Кучно, кучно. Только где-то Маршак у нас затерялся, потерявшись на старте. Вылетел он на Саю, вылетела унификация. Остальные, по-моему, еще никто не растерял шансов по дистанции. Как полкруга, Константин? 39, вторая. Тормознули. 39, но это все равно у нас получается резвее минуты. Резвее минуты, и это трехлетки. Пока две лошади водят, две. По дистанции у нас без изменений, все так же промкой, бровкой Пранк. Блумфилд пошел в атаку. Все так же у него в колесе Блумфилд. Блумфилду приходится атаковать и атаковать в повороте. На третью позицию, и хорошо на третью позицию выходит премьер ВП. Медленно, но верно, по крайней мере, 29,1, третья четверть. Пранк начинает приставать. Что, финишная прямая? Вовсю уже старается, старается Вадим Кулыгин. Пытается раскочегарить своего Пранка. Ну... Пока Ширер смотрится лучше, а там еще и премьер. Это не Ширер, это Блумфилд. Блумфилд, да, извините. Что? Победа Блумфилда в первом ГИТе. В первом ГИТе приза гибрида.